Однажды я проснулся от того, что Матрёна визжала. Мерзкий монстр, мутант, отойди от меня! Я не сразу понял, что она имеет в виду меня. А когда понял, немедленно бросился к зеркалу. О боже, я стал цветным! Мутация, лишение статуса. Надо, главное, чтобы контроль не узнал. Матрёна, пожалуйста, не говори никому. Дай мне время собраться с мыслями. Но было поздно. Она уже звонила в СК. Контроль, Вечно-зенитная аллея, левел 112, блок Д. Он мутант, высылайте наряд. Вознаграждение за бдительность прошу перечислить Матрёне Прониной. Что ж ты делаешь, зараза? Ну ты мразь, Матрёна. А вот и наш пассажир. Я бежал. Так я лишился статуса, работы и дома. И вот я здесь, сижу под мостом. А еще утром я был нормальным человеком, с солидным статусом. Ну, остальное ты уже знаешь. Бедный мальчик, но ты не бойся. Можно жить и без статуса. Я тебе все покажу. У нас цветных тоже есть своя жизнь. Она спрятала меня на бродячей ярмарке. Здесь наши уродства никого не беспокоили. Наоборот, люди платили деньги, чтобы поглазеть на нас и порадоваться, что с их статусом все в порядке. На манеже все те же. Человек-червяк. А теперь звезды сезона. Зеленый тролль и фиолетовая фея. Мы всегда выступали вместе. Я поверил в будущее. Любовь моя, давай навсегда будем вместе. Но именно в этот момент контроль нашел меня. Гражданин Тревор Линк, по распоряжению службы контроля вы лишены общественного статуса и становитесь общественным достоянием. Серые ублюдки, вы не имеете права! Я успел только крикнуть: «Прощай, любимая!» О, нет! Я был уверен, что вижу ее последний раз. Убийцы! Мерзкие палачи! Моя кровь будет на вашей совести! Ваши потомки вас проклянут! Но жизнь — удивительная штука. Моя мутация оказалась полезной. Невероятное достижение наших ученых! Зеленая мутация – победа над голодом! Зеленая кожа питает гражданина энергией солнца! Человек-хлорофилл – наше счастливое будущее! Ура, товарищи! И жизнь моя стала просто прекрасна! Мне дали платиновый статус. А моя работа состояла в том, чтобы рекламировать себя. Что может быть приятнее? Хочешь позеленеть, детка? Спроси меня как! Любимый, это я! Вот только эта дурочка из шоу цветных все рвалась ко мне. Ох уж эти цветные! И куда они лезут? У них даже статуса нет.